Экотропа рядом с образовательным центром номер 5 практически обустроена. Здесь планируют проводить уроки на свежем воздухе. Уже установили 5 познавательных станций, также много мест для отдыха и прогулок. Покрытие выполняли из природных материалов. Самыми первыми оценили общественное пространство местные дети. Одних отпускают родители компании? Безопасно? Да, мне кажется, безопасно. Но вы группой, да, ходите, несколько человек? Да, с друзьями. В рамках инициативного бюджетирования также благоустраивают сквер 55-го микрорайона. Общая площадь парка около 48 тысяч квадратных метров. Сумма контракта составила почти 15 миллионов. 50 опор освещения, 11 камер видеонаблюдения, практически вся территория под видеонаблюдением, 16 скамеек, хорошие скамейки, такие они, вот, взрослые такие, антивандальные, настоящие, вот, тренажеры спортивные. Основная часть работ закончена, сделаны игровые площадки, установлены малые архитектурные формы для тренировок собак, выложены тропинки. Жители микрорайона уже отмечают позитивные изменения в микрорайоне. Ну, видите же, поначалу вообще ничего не было. Ну, вообще, да. Приехали. Поначалу, да. Конечно, тут один дом стоял, вот я приехал. А сейчас, да. Вот, слава богу, все красиво. Да, да. Микрорайон был неблагоустроенным. Еще буквально там 5 лет назад жители всегда обращались с просьбой сделать как дороги, так вот и общественные пространства. На самом деле получилось 2 таких достаточно уникальных объекта. То есть сохранить удалось нам дикий лес фактически вот в этом микрорайоне. То есть и слово «парковый», наверное, сейчас будет как раз отвечать критерию самого названия. Контроль за ходом работ ведется регулярно. Все выполняется в соответствии с графиком, и к началу сентября благоустройство общественных пространств завершат. Очень радостно то, что та инициатива, которая была когда-то выдвинута в виде партийных проектов, партия «Единая Россия» – это и формирование комфортной городской среды, и инициативное бюджетирование. Вот в Челябинске реализуется в полной мере. Осенью отыграют очередной контракт. За счет сэкономленных средств, это около 1 000 000 рублей, высадят крупномерные деревья, заменят старые, которые пришлось выкорчевывать во время работ. Иван Абросимов, Венера Каримова и Андрей Грищук, 31 канал.